Здравствуйте! В эфире астрологический прогноз. На лунном календаре сегодня 13-й лунный день, а символ дня кольцо – луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Считается, что в этот день идут процессы омоложения организма, поэтому сегодня очень хорошо заняться собой. Принять ванну, использовать всевозможные косметические средства, употреблять больше полезных продуктов – они усваиваются великолепно. Солнце находится в знаке Близнецов и пробудет там до 21 июня. Итак, Близнецам звезды сулят интересный и вполне позитивный день. Физическое состояние будет стабильным, а вот эмоции будут зашкаливать, поэтому желательно направить их на приятные и полезные действия. Удачный день для стрижки волос и косметологических процедур. В любовных делах придется сдерживать удела и не торопиться с принятием решений. Но зато у многих сегодня усилится интуиция и даже проявится талант ясновидения. Раки будут в центре внимания, возможны кардинальные изменения в личной жизни. Эмоциональный настрой будет меняться, думайте позитивно. Сегодня у многих проявится забывчивость и рассеянность. Не забывайте тщательно мыть руки в течение дня, а важные дела записывайте. К партнерам по браку не придирайтесь. Совместные занятия по интересам помогут настроиться положительно и доброжелательно. Младшие члены семьи потребуют внимания. Львов сегодня ожидает насыщенный событиями день. Личная жизнь выйдет на первый план. Самочувствие будет стабильным и устойчивым. День подходит для косметических процедур и массажа. В общении с противоположным полом сегодня важно не доминировать и не диктовать свои условия любимому человеку. Проявите сдержанность и понимание. В делах риск не будет оправдан. Не стоит принимать решения и заниматься глобальными вопросами. Девы сегодня будут не только очень эмоциональны, но и рациональны. В целом у них вполне успешный день. Для улучшения самочувствия рекомендуется релакс-упражнения, медитации или занятия йогой. Личные отношения порадуют приятным общением и взаимопониманием, если не будете придирчивы к мелочам. В делах возможно получение полезной и своевременной информации. Успех ожидается во всем, что связано с научной работой, сложными математическими расчетами и вычислительной техникой. Весы сегодня порадуют прекрасным настроением и интересными идеями. Настроение будет бодрым и стабильным, но чтобы сохранить хорошее самочувствие, исключите из рациона жирную и острую пищу. Во взаимоотношениях с противоположным полом проявите интерес, сегодня вас поймут правильно. В судебных делах высока вероятность положительного решения юридических дел. Ваши личные качества проявятся в лучшей форме. Скорпионы сегодня смогут применить свой интеллект для решения проблем и быть в центре внимания противоположного пола. Относительно здоровья, противопоказаны физические перегрузки. Придерживайтесь режима дня, достаточное время уделяя сну и релакс-упражнениям. В личных отношениях воздержитесь от споров, контролируйте и анализируйте все свои действия и мысли. Сегодня ваши умственные способности вас порадуют. Умело примените логику для решения застарелых проблем. Стрельцы смогут справиться со всеми сложностями дня. Луна в знаке Скорпиона и в целом день удачный. Относительно здоровья уделите больше внимания сердцу. Занятия йогой, медитативные и духовные практики помогут восстановить душевное равновесие. В личных отношениях потребуется великодушие, терпение и умение переключать внимание. Сегодня у вас логика работает гораздо лучше, чем интуиция, поэтому успешно решатся дела, где требуется точность и четкость в работе. Успех будет сопровождать козерогов во всем. Главное перестать сомневаться и начать действовать. Чтобы улучшить самочувствие и повысить тонус, желательно провести этот день в узком кругу самых близких людей. Уделите больше внимания своей внешности, так как звезды прогнозируют многим судьбоносные встречи. Сегодня у вас повышен сексуальный потенциал. Добиться взаимности будет легко. В делах можете смело браться за точные расчеты и составление отчетов, но не стоит доверять интуиции. У Водолея вполне позитивный день. Окружение порадует вниманием и приятными комплиментами. Показатели здоровья все в норме, но желательно разнообразить рацион, включив чернику и виноград.
Во взаимоотношениях с противоположным полом изменений нет, поэтому перенесите сложный разговор на другой день. В вопросах бизнеса он подходит для дел, связанных с недвижимостью, возможно, получение заманчивого предложения. У рыб в целом благоприятный день. Человеческие взаимоотношения выйдут на первый план, но выводы к концу дня вы сделаете сами. Самочувствие будет в норме, полезны водные процедуры, сеансы массажа. Из продуктов наиболее полезными будут рыба, клюква и авокадо. Личное время будет заполнено текущими заботами и суетой в течение дня. В делах воздержитесь от приема решений. Деньги лучше экономить, есть опасность растратить их впустую или потерять. Овнам звезды обещают удачное завершение давно начатых дел. Относительно здоровья совет звезд – планировать день и сбалансировать свое питание. Занятия спортом помогут справиться со стрессом. Что касается личных дел, возможно возобновление старых отношений или новое знакомство, в том числе и через социальные сети. Избегайте откровенных разговоров и всю энергию переведите на качественное исполнение своих обязанностей. Риск сегодня не оправдан. Тельцы будут пребывать в отличном настроении. День в целом удачный. Самочувствие будет стабильным и устойчивым. День подходит для косметических процедур. Уменьшите физические нагрузки, берегите сердце. В личной жизни важно обсудить текущие дела и свои потребности с любимым человеком. Звезды советуют не рубить с плеча. Уже завтра ваше состояние изменится. День не подходит для рисковых идей и поступков. Дорогие друзья, вот таков был астрологический прогноз на сегодня. А мы желаем всем удачного дня, отличного настроения и крепкого здоровья.